Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. Мы снова Зарбаба, мы продолжаем проходить предки, Одиссея человечества. Что же, у нас в прошлой серии была такая большая вылазка с нашей стаей, но, к сожалению, мы потеряли двух самцов, и это очень плохо. Поэтому надо нам немножко тут первым делом, конечно же, лечь поспать. Что там у нас с вами с эволюцией? Пока, в принципе, получается нечего нам развивать, хотя у нас энергии дофига и больше. Ну ладно, пока нечего, тогда нечего. Выходим и спим. Спим до утра. И в этой серии мы с вами пойдем искать других обезьян. Нам нужны с вами самцы. Для того, чтобы спариваться, чтобы делать детей. А то иначе мы так с вами все племя и погубим. Так, ну палку мы уже сделали с вами. Отлично. Так, еда, вода. Пошли есть, пошли пить. Сколько, наверное, сначала попьем. Ну и надо будет, знаете, что еще сделать? Всем обезьянам, наверное, раздать заточенные палки, когда мы с вами будем идти еще раз на вылазку. Ой, одна зависла обезьянка. Чтобы они хотя бы были вооружены. Так у нас получается двое детенышей, да, и четыре взрослые обезьяны. Так, все, попили. Хорошо, теперь давайте поедим. Так, все, что ли? Все, этот кусок постоянно съели. Так, тоже съели, ладно. Я вот думаю, может быть, нам с вами забраться там по лиане наверх. Или это какой-то корень? Здесь есть растения, которые будут защищать от травм еще добавок. Где-то здесь я видел их. Вот они. И от холода. Заодно как раз поедим. Все, поели. Молодцы. Давай тогда искать еще обезьян. Называйте их, потому что у нас получается сколько? Одни только самки, по-моему, насколько я помню. Я-то вообще кто? Да, я тоже все самку играю. Тоже самка. Подожди, самка. А, ну да, это я твои детей таскаю, да? Да, это я твои детей таскаю. А это самец. Это тоже самка. Может быть, кстати... Ну-ка, давай-ка наоборот сделаем. Так, лечь. Снять одного. Снять второго. Создадим новую пару с ним, может быть, лучше. Так, ухаживать. Она так... Блох выедает. Ай-яй-яй, прости.
Так, пара образовалась. Теперь мне интересно, у нас один самец. У тебя все равно пара или ты свободна теперь? Да, она теперь одиночка. Но у нее есть дети, а у нас-то детей нет. Поэтому этот... Ложимся. Это же лежанка. Да, позвать партнера. Окей, и спаривание. Нужно, так сказать, делать детей. Будет у нас тогда четверо детишек. Новое зачатие. Хорошо, дать потомство. Да, давай. Первое потомство, друзья. Месяцев спустя. Ничего себе. Круто. Мы с вами 15 месяцев пролистнули. Так, ну, детеныш, это хорошо. А есть ли еще спаривание? 100 дней прошло, уже год прошел. Отлично, еще одно зачатие. Также 15 месяцев пройдет. Скорее всего, да, заставка одна и та же, поэтому также 15 месяцев. Так, ну смотри, у нас получается отлично. Четверо мелких. Да. Когда они вырастут, то у нас одна только старая самка, она умрет. И трое, получается, станут старыми. Будет 4 уже взрослых. 15 месяцев спустя. Эти четверо детей, которые станут взрослыми, если они будут разными, то есть мальчик и девочка, то каждый даст еще по 2, да? Надо больше, надо больше. Надо больше. Так, тут бы, как бы еще, знаете, как сделать, чтобы мамаша своя таскала своих детей. А то, получается, я таскал чужих. А можно еще? Два года уже прошло. Не, это уже все бесполезно. Так, хорошо, эволюция что-нибудь дала? Новенькая. По-моему, ничего новенького не дала эта эволюция. Так, организм детеныша Ку имеет ускоренный метаболизм, спонтанная генетическая мутация определится, когда Ку вырастет. Хорошо. Пока ничего нет. Так, ну все, вставай. Так, это кто? Изучить. А я кто? Я Оша. Биф и Гок, дети, да? Биф и Гок. Так, нести на спине. Так, а ты у нас кто? Ну, возьми. Гок. Не, мне надо переключаться, надо будет его взять. Так, все, отлично. Где твои дети, мать? Ты самка. Самка. Ак и Ку. Так, переключаемся на нее. Потому что надо, чтобы она взяла своих детей. Вот, ее дети сидят здесь. Хорошо. Так, нести одного. Ну. Нести второго. Ладненько, замечательно. Так, ну возьму, наверное, старую самку. И... пойдем искать еще обезьян. Надо вот прислушаться внимательно. Так, органы слуха. Во, там кто-то есть. Угу. Запомнить.
Так, попробуем до него добраться бы. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, повезло-то как. Так, чувак, ты на каком дереве-то? Вот на этом, да? Скорее всего, это одиночки. Да что ж такое-то? Так, чё у тебя? Почему никак нельзя с ним взаимодействовать? Может, у него отравление? Ему как-то надо воду дать. Потому что, по-моему, вода помогает от отравления. А вот... как я ему принесу ту воду? Кстати, может быть, кокос? А чё бы и нет? Мы с вами кокос, получается, разбирали, да? А если его сразу... Этот... камнем разбивать? Потому что, по идее, если разбивать, то можно его как бы и пить, а потом уже можно и есть. А в том плане, как мы делаем, то там так не получается. Так, ну кокос у нас вот здесь вот есть. Тихо, мать, ты чё? Ну? Зачем мне трясти? Возьми кокос. Я не хочу, чтобы у меня кокосы падали куда-то там. Так, отлично. Сейчас попробуем это дело. Так, поменяй на другую руку. Отлично, молодец. Где там наши камушки-то? Да нет. Да не палка. Камень. Схватить. Изменить. Так, держи. Так, отличненько. Меняем. Это у нас просто получается новый способ. Это будет вода, скорее всего. Источник воды. Да, найдена новая еда. Да, его пить можно, все прекрасно. Я сейчас попробую это все тому отнести. Так, бросить. Органы чувств. Новый нейрон, хорошо. Я еще вот что думаю, надо как бы всем нашим обезьянкам сделать, может быть, лежанки. Чтобы они как бы спали на лежанках. Так, подожди, чувак, а ты что, опять потерялся, что ли? Что за фигня? Вон он. Ё-моё! Так, где он? Он там. Потому что по его реакции он похож на то, что именно траванулся. Что-то, по-моему, я лезу туда, куда мне вообще не стоило лезть. Твою ж дивизию! Как же это тяжело! Просто какой-то пипец.
Блин, ну с детьми я туда не пойду, не, не хочу. Ну все, самки хана, всем хана. И не было же возможности зацепиться вообще никак. Так, дядька, придется тебе идти. Давай, наверное, заберемся на кокос. На пальму. Жал же, блин, этот пробел. Наверное, лучше всего сделать так, чтобы подойти к тому дереву, где он сидит. Отлично. Так, брось здесь камень. Очень обидно. Очень обидно. Блин, мы еще одного потеряли, получается. За деревья он хватается автоматически, это я уже запомнил. А вот именно за сами эти ветки, где вот он? Блин? Вот на каком-то дереве, блин, я еще не могу понять. Ай, камера! Вот на этом что ли получается? Тут еще один был чувак, внизу стоявший. Лезь давай. Только не упади, пожалуйста. Так, поменяй руку. Дать. Ну да, да, да. Вода помогает от отравления. Так, вы приняли в стаю отравившегося чужака. Ну все правильно, отлично. А, кто ты? Самец. Отлично. Два самца. Слышь, самец. Пойдешь со мной. Давай теперь смотреть еще где есть. А, слух. Где-то внизу еще один был. Ну, вообще не слышу никого. А, во, подожди. Не, подожди, это, наверное, мои. Да, это мои. Да, это мамаша с детьми. Это тоже мамаша с детьми. Органы чувств. Блин, теперь бы дойти бы нормально. Ну что ты встрял-то? Так, еще раз внимательно. Где-то же был чувак внизу. Его надо как бы, в принципе, в племя отвезти, пока не поздно. Надо еще найти. Че, неужели больше никого нет? Так, это не то. Нам бы теперь эту самку бы найти.
Может, повыше залезть, что увижу еще получше. Неужели во всей округе только, блин, один гамадрил был? Все? Ну да, больше никого не слышу. Ладно. Так, мне туда. Ух ты, ё-моё. Я, кстати, вот что еще подумал. Может быть, вот эти вот камни, может быть, их палками использовать? Так, это знакомая у нас вещь. Ну. Да, это базальт. Базальт. Мы уже из него делали резак. Хорошо. Я вот, да, я попробую сейчас взять какую-нибудь палку. Так, я вам еще самца притащил. Что не так? А, типа он рад, что его в стаю приняли. Ну окей, я тоже рад. Я тоже рад. Так, я, в принципе, в паре, да, сейчас с Лар. Где еще самец тут? Вот он, самец. Так, его изучить, его переключить. И его надо поставить с той самкой, которая у нас без пары. Ну, чтобы просто у каждого была своя пара. Это же нормально. Так, вот, одиночка. Ухаживать. Ай-яй-яй, прости. Во. Все, пара есть. Так, у этих есть дети, у этих есть дети. Так, замечательно. А, в принципе, уже поздно. В принципе, уже поздно. Вот тогда сделать лежанки. У нас, по идее, раз лежанка, да? Два лежанка. И три лежанка. Нам бы еще с вами одну лежанку бы сделать. Давай брать. Так, куда-нибудь возле водоема. Так, брось. Брось в кучу. Нельзя пока строить. Так, брось в кучу. Брось в кучу. О! Строим. Так, вроде на всех хватает. Четыре лежанки, это хорошо. В принципе, идти уже бесполезно куда-либо, уже слишком поздно. Скоро уже будем спать. Что еще можно сделать? А, я что еще хотел сделать? Я хотел взять палку. Ну, пусть будет острая палка. И попробовать добыть мед с помощью палки. Ну, то есть, взять и палочкой там пошурудить. Может, что получится. А, да, и, кстати, по поводу камней сразу раз тут пришел. Да, отлично. А, стопы. Да, поднятие тяжести, отличненько. Так, и что у нас тут получается в итоге? Так, поменяй. Так, ну это у нас изучено.
Окей, брось пока. Тут еще был... А, тут еще два злых камня. Опа. Так, вы воздействовали на незакрепленный камень подходящим инструментом минимум два раза. Хорошо. Но это, по-моему, грибы, мы уже их ели. Да. Брось пока здесь. Так, тут еще один был камень. Еще одни грибы. Ну, ладненько. Так. Все, в принципе, больше у нас, по-моему, камней здесь не было. Базальт, базальт. Надо еще нюх и слух прокачивать обязательно. Так, давайте попробуем нюх. Хорошо. Так, новый нейрон органы чувств. Так, просто чтобы все это дело видно было. Потому что, в принципе, еда определяется на нюх. Ну, это логично. А на интеллект, да, то есть на этот... Там определяются чисто только такие предметы, которыми можно взаимодействовать. Типа палки. Так, давай еще раз нюх. Так, это детеныши. Грибочки. Окей. Пошли наверх, пока не поздно, потом уже будем спать ложиться. Сейчас, может быть, как раз все, по идее, пчелы должны спать. Мне кажется, ночью лазить безопаснее. Хотя нет. Днем они должны, по идее, куда-нибудь лететь, чтобы собирать эти... нектар. Но тут, возможно, это так не реализовано. Да, им пофигу, не летают, да и все. Ну, кусают, а толку нет, да. Может быть, если сверху залезть. Не-не-не, кусают, все равно кусают. Ладненько, значит нет. Значит не этой палкой, значит как-то другим способом это все дело добывать. Пока с медом вопросы остаются открытыми. Так, и тогда сейчас палки отдадим всем. Так, на тебе палку заостренную. Чтоб у тебя была. Так, где тут еще одна была? Самцу другому дадим. О, держи. А я пошел пока спать. Так, спать и эволюция. У нас там, по идее, что-то должно быть для прокачки. Да. Аж целых три. Три. Здесь. Пульс соединения нейронов, дальность обнаружения источников звука увеличивается. Это хорошо прокачиваем. У нас очень много энергии, надо куда-то девать. Хорошо. Так, здесь у нас что? Общение. Общение. А, генетическая мутация еще потребуется для этого дела. Интеллект. Тоже генетическая мутация. Здесь тоже на интеллект. Здесь что у нас? Сенсорная память. После соединения нейронов качественный анализ источников пищи будет проходить быстрее. Хорошо. Теперь анализ качества источников пищи проходит быстрее. Замечательно. Так, здесь что у нас? Различие запахов. После соединения нейронов вы сможете автоматически опознавать безопасный запах, исходящий от объектов того же вида, что и ваша цель, если они будут рядом с ней. Ну давай.
Так, ну и пока, в принципе, все. Больше ничего новенького нет. Так, у нас есть 4 генетические фиксации. Нужны для генетической фиксации знаний для следующего поколения. То есть, я так полагаю, что надо фиксировать цепочку. И эта цепочка потом переходит в следующее поколение. Если эту цепочку не фиксировать, то, скорее всего, она потом потеряется. Ее надо будет заново развивать. Так, что у нас по исследованиям? Так, ну тут новенько ничего не было. Хорошо, здесь... Грозный вид, мамбу питона, грозный враг, крокодил, тигр и еще тигр. Великодушный лидер, вы приняли в стаю отравившегося чужака. Хорошо. Саблезубых тигров. Вы воздействовали на незакрепленный камень подходящим инструментом минимум 2 раза. Вы использовали подходящий инструмент вместе для рыбалки минимум 2 раза. Так, вы использовали гранит как инструмент минимум 2 раза. Вы использовали сухую ветку как инструмент минимум 2 раза. Вы использовали палку как инструмент минимум 2 раза. Вы использовали заостренную палку как 2 раза. И стагнирующую сердцевину как инструмент минимум 2 раза. Ага. Что-то еще должно открыться, да, 2? Вопрос только что. Метаболизм. Куча чего еще есть по еде. Ну окей. 9% достижений с вами выполнили всего лишь. Ложимся спать. А то уже полночь. Спим 8 часов. Так, еда, вода, сон пока нормально. Давайте пойдем попьем. Что произошло? Так, ну вроде все, попил. Теперь поесть. Кости, кстати, надо будет сейчас защитить, на всякий случай, от падения, самое то. Плюс еще надо будет от обморожения поесть немножко травы, да? И пойти еще искать выживших обезьян. Так, ладно, пока оставим. Цветочки. То, что нам и надо. Ну, он, в принципе, не наелся, да? Я вот думал, может быть, еще кокос бы съесть. Было бы хорошо. По-моему, тоже какие-то бафы дает. Туда лезть я не хочу. Именно не пить, а именно съесть его. Блин, поел, попил, а уже 2 часа прошло. Класс. Так, там лианы. Тут, кстати, можно будет делать все это потрясти. Потому что кокосы вроде как должны упасть на землю. Все, отлично. Так, цепляем. Схватить.
кстати, где мой резак? Надо бы как-то все это дело положить, потому что я... Вот, кстати, резак. Отлично, спасибо. Резаком, наверное, это дело будет быстрее происходить. А, стоп, а мне не нужен резак. Ты чё это я? Так, я брошу тебя пока сюда. Мне же надо так его изменять-то. Отлично. А вот теперь же резак можно бы взять. Да что ж ты будешь делать? Серьезно? Блин. Ладно, пошли еще за одним кокосом. Мы сейчас только полдня будем есть кокос. Пытаться, по крайней мере, его добыть. Брось пока резак. Кокос возьми. Отлично. Теперь бери резак. Так. Ты смотри, а я резаком-то получается что-то новенькое сделал. Ну-ка, подожди, подожди. Это, скорее всего, источник воды. Правильно? Проколотый кокос, да. Ну, по идее, если я попью, то я ж потом могу, по идее, его и сломать, чтобы поесть. Окей. А, в принципе, он так дает баф неплохой. А ты уже больше не берешь, да? Ясно, понятно. Ну тогда, в принципе, можно даже и не париться. Резаком он конкретно делает дырочку. Так, все, бросили. Пошли искать. Уже, блин, полдня прошло. Ой-ой-ой, что-то как-то у нас камера притормаживает. Это плохо. Надо искать еще обезьяну. Это запах, это не то. Ну где-то же внизу был этот макакыч, я помню. Опа! Во! Ты на каком дереве? Пока лезу наверх. Надо сначала выяснять, что ему надо. Так, чё у тебя, чувак? У него, походу, лапа травмирована. Так, травмированная лапа, это нам, получается, надо брать те растения. Так, это какие? Это где-то вот это, да. Это вот это, схватить. Ну, поменяй. На этом же он должен был дереве быть, правильно? Так, я не понял, я опять что ли его забыл? Да что ж такое-то? Так, ну ты кто?
Так. Раненого чужака. Мы приняли это хорошо. Так, я могу тебя изучить? А, ты все равно еще, в принципе, больной. Ты самка. Отлично. Замечательно. Да вот туда прыгай. Так, где ты, мать? О, идем. Давай, 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 я тебе сейчас дам. Так, еще сорви. Где ты? Где ты? На тебе еще. На тебе еще. Так, здорово. Да, здорово, отлично. Пойдем, я тебя отведу в наше племя. Так, еще одна самка, это еще одни дети. Надо тогда еще одного самца найти. Так, закончить вылазку. Замечательно. В нашем племени все больше и больше. Сейчас, мать, я постараюсь себе самца найти. Сделаем вам пару. А, стоп. Сначала надо ей сделать лежанку. У нас теперь получается пятеро, да? А что ж так камера у нас скачет-то все время? Так, раз, два, три, четыре. Да. Надо сделать еще одну лежаночку. Так. Сейчас мы тебе тут это все дело организуем. Так, бучка есть. По-моему, там требовалось как раз 4. Да что ж такое-то? Непонятно вообще, ребят, что происходит с игрой. Так. Во! Отлично. А новый нейрон поселения. Замечательно. Вот тебе, мать, лежанка. Я пошел тебе мужика искать. Так вот, вот берет и просто поворачивает реально камеры. Я ничего не делаю. Я просто указываю прямо. Блин, был еще один чувак внизу, я точно помню. Может, вниз сходить? Так, а это мамба, фигамба. Не, не буду. Да что с камерой-то происходит? Просто берет и виснет, и все. А потом резкий рывок. Непонятно, в какую сторону и куда. Во, опять то же самое. Да что происходит с тобой, игра? Ты что меня сегодня расстраиваешь? Так, давай медленно посмотрим. Может быть, здесь я как раз еще пушу его. Опять, вот опять. Что происходит? Я больше никого не слышу. Ни наверху, ни внизу. Но я точно помню, макабка была внизу. Если только она не сдохла. Кстати говоря, где-то здесь был труп, да? Это не то. Это опять, ну что происходит сегодня? Я не понимаю, что сегодня с игрой происходит.
Где-то тут есть труп. Так, это кокос. А, это тот, который кокос у нее был. Ладно, выпей пока его. Да нет. Вот. Да, да. Это та пожилая самка. Стой пока здесь. Вот, там еще кто-то есть. А, это там мамба, блин. Это там все мои. Ладно, в общем, пока ничего новенького нет. Никого тут не вижу. Нам бы как бы дойти, получается, еще до того огня, где метеорит-то упал. Может быть, мы таким образом сможем добывать огонь? Это было бы классно. А так, по идее, надо уже поспать, да и, в принципе, заканчивать на этом серию. Самца я и не нашел. Да что опять эта камера не так, а? Вообще непонятно. Так, я, наверное, вам тоже палки-то дам. Так, вот с ней пока непонятно. Она хочет пить, есть. А у тебя нет палки, да? Ничего нету. Так, она может пить, хорошо. Да не то. Так, а если ты будешь есть... Нормально. Вроде ест. Вроде ест. Окей. Тогда пока ложимся спать. Посмотрим нашу эволюцию. Да, у нас тут что-то открылось. После соединения нейронов для возведения построек нужно будет иметь на один предмет меньше. Ну, в принципе, неплохо. Пойдет, чего бы нет. Угу. Это надо, получается, чаще строить. Тогда будет развиваться. Хорошо. Хорошо, спим. Змея снится ему. О, две палки. Так, поспал. Неплохо. Выспался. Может быть, у них забрать палку? Ты можешь мне палку отдать? Во. Может быть, я лучше их тут буду складывать, а когда уже будем идти конкретно на вылазку, тогда я буду им палки давать. А то они, получается, так не ходят со мной. На водопой, на еду. Бросить в кучу. О, отлично. Ну что ж, вот такая у нас вышла с вами сегодня серия. Пишите свое мнение в комментариях. На сегодня все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.